Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова! Сегодня мы займемся с вами тестированием и свотчингом новой коллекции от Colourpop Garden Variety, или разнообразие сада. Эта коллекция была вдохновлена именно садом, цветами. Мне сразу приглянулась эта палетка, если честно, просто потому что цвета, которые имеются здесь, они очень повседневные, однако при желании их можно сделать очень вечерними, что очень круто. В этой палетке имеется 15 разных оттенков, большинство из них это, скорее всего, будут именно металлики. Сейчас вы увидите, как эти тени классно смотрятся даже на моей руке, мне не понадобилось очень много сил, чтобы сделать невероятно классные свотчи на своей руке, то есть даже без какой-либо подложки эти тени смотрятся невероятно классно, просто вау, знаете, они такие как масляные, такие влажные, как будто бы все. Также Colourpop вышел с 4 разными новыми пудровыми оттенками румян, они невероятно красивые. Я взяла 3 оттенка, которые мне показались наиболее уникальными из всей их коллекции. Вот так они выглядят, очень красивые оттенки, наиболее такой, знаете, оттенок, которым у меня лежит глаз, это вот такой лавандовый оттенок. Он называется Night Bloom, 2 остальных оттенка, вот этот вот самый светло-персиковый, называется Turn Up My Heart, это такая игра слов, и вот этот вот посередине оттенок пыльно-розы называется Whole Nine Yards. Попробуем их сегодня и посмотрим, насколько они хороши. И, кстати, каждый из этих румян вы можете купить по отдельности, они стоят $8, или же вы можете купить эти румяна в наборе вместе с их липойлом, что будет стоить вам $15. Нельзя не упомянуть про блески, вернее, липойлы от Colourpop. Эти липтинты вышли с новыми оттенками, что очень удивительно, потому что только в прошлой коллекции от Colourpop можно было увидеть эти липтинты, вышедшие в первый раз, и уже в этой коллекции Colourpop вышел совершенно новыми оттенками из той же самой формулы. И опять же, вы можете купить их как по отдельности, они будут стоить по $8 каждый, либо же в наборе вместе с румянами, это будет стоить вам $15. Также мы сегодня протестим новые желейные тени в новых оттенках специально для этой коллекции. Я взяла только одни желейные тени в оттенке Desert Days, и стоимость каждой такой желейной однушки составляет тоже $8. И последнее, что вышло в новой коллекции, это вот такие два миста, один из них более сияющий мист, другой уже спрей, не мист, а называется Fresh AF, он призван освежить вашу кожу в течение всего дня, когда у вас нет этого достаточного увлажнения, просто пшикаете, все, готово. Чувствуете свежесть тут же. И пришло время нашего туториала. Давайте начинать. Поехали! Когда я смотрю на палетку Garden Variety, мне почему-то хочется взять именно такие фиолетовые, розовые цвета. И я хочу начать с оттенка вот такого, который называется Prickly Please. Prickly Please — это такой бежевато-оранжевый нейтральный оттенок. Я возьму кисточку от Morphe под номером M441 и начну добавлять этот оттенок на все мое веко, чтобы сделать самое натуральное нейтральное затемнение. Кстати, совсем забыла, я уже нанесла праймер на свои веки, тут кот пришел, от NYX, их самый продаваемый, самый классный, самый недорогой праймер, который у меня есть в коллекции, он очень хорошо, кстати, делал свою работу. И следующий цвет из палетки Garden Variety мы возьмем вот такой Clay Day, это оттенок с небольшим количеством блесток в нем, то есть это не то, чтобы в них очень много, в нем очень много блесток, они есть, но они не то, чтобы, знаете, прям шиммер такой конкретный. Мы нанесем этот оттенок по... Видите, он так крошится прям нормально. Мы нанесем этот оттенок в угол глаза, чтобы, опять же, затемнить наш глаз. Достаточно пигментированный. И немного отводим этот оттенок как бы назад. В принципе, смотрится он красиво. Вот есть что-то такое в нем необычное. И я не вижу никаких супер больших блесток на моем глазу. Дальше мы возьмем оттенок Stuck on You, это очень такой красивый фиолетовый, очень серьезно фиолетовый оттенок, я бы сказала, и нанесем мы его в наш уголок глаза, постепенно строя отчетливую форму глаза, делая немножко небольшой smokey eyes. Надеюсь, этот оттенок не будет залипать, потому что иногда такие оттенки могут дать вот этот вот эффект, потому что они жесткие. Их гораздо сложнее делать, и у них, возможно, иногда бывает гораздо более тяжелая основа. Я использую все так же свою кисточку от Morphe M505. Никаких не вижу
залипаний этого оттенка, что не может не радовать. Очень классно. Посмотрите, как сразу меняется взгляд. Вот этот вот угол глаза, он как бы идет наверх. Сразу видно, что у тебя как будто макияж, лисий глаз, что-то вроде того. Я хочу взять оттенок, который называется Sucker For You. Это такой красивый, опять же, немножко красновато-вишнево. Оттенок вишневый, но он гораздо более такой темный по своей структуре, чем, допустим, оттенок Clay Day, который мы использовали перед этим. Я хочу взять свою кисточку от, по-моему, это кисточка от Фары, она такая объемная. Я нанесу этот оттенок прямо наверх нашего оттенка винного предыдущего, но немножко, потому что он может быть слишком пигментированным, и мы этого не хотим. Вау. Он пигментированный реально прям, но блестки, они, когда вы наносите этот оттенок, они уходят, растворяются. Дальше мы хотим взять оттенок Smudge Off, это такой красивый сиреневый металлик, и нанесем его прямо на середину нашего века, чтобы добавить немножко блесток нашей жизни, нашему макияжу, конечно же. О, вау, очень красивый оттенок, прям... Он в меру пигментированный, и он невероятно красиво смотрится с этим таким винным макияжем. Даже не скажешь, что это оттенок от ColourPop, например, просто потому что он качественно сделан. И дальше мы будем немножко экспериментировать. Я хочу взять оттенок Best Bud, такой красивый и зеленый оттенок. Наверное, оттенок листьев это подразумевает в себе. И нанесем его прямо в наши уголки человека. Такая, знаете, зелень-зелень. Очень многие зеленые оттенки, которые сейчас так популярны, все бренды выходят, допустим, там, такие вот фиолетовые оттенки плюс зеленые. И мне зеленый редко нравится, но это очень красивый оттенок, который смотрится органично. И мне очень хочется взять этот зеленый оттенок, нанести его на кисточку, на влажную кисточку, чтобы посмотреть, как он раскроется таким способом. У меня, кстати говоря, спрей от Milani. Он имеет гораздо более сияющий финиш. Это то, что нам нужно. Кстати, у меня кисточка от Morphe, опять же, M124. О, вау. Он гораздо-гораздо ярче такой, знаете, активным становится. И гораздо-гораздо лучше выделяется на глазах, нанося его таким влажным способом. Красивое сочетание зеленого и винного цвета. И дальше я хочу взять вот такие желейные тени от ColourPop из их также новой коллекции. Называется оттенок Desert Days. Наносим это на середину. Вау. Прям они идеально подходят к нашему макияжу. Идеально. Последний шаг в наших тенях. Я хочу использовать какой-нибудь серебристый оттенок для уголка глаз, но здесь нет такого оттенка. Самый, наверное, близкий будет вот такой Wavelength. Вот. Он такой больше серебристый, напоминает мне из всех. И я, естественно, намочу кисточку и нанесу этот оттенок на уголки глаз. Сейчас я нанесу тональную основу от ColourPop, также их консилер, и вернусь к вам буквально через секунду. И вот я вернулась. Теперь пришло время нанести какие-нибудь нам румяна из их новой коллекции Garden Variety. Я взяла три самых красивых оттенка из их коллекции. Один из них, который называется у нас Night Bloom, это такой лавандовый, невероятно красивый цвет. Его я, скорее всего, и нанесу на щечки, просто потому что он подходит к нашему макияжу, видите, просто идеально. Надеюсь, он не будет слишком активным. Вау, очень красивый оттенок. У меня таких оттенков ни разу не было в жизни, и, в общем, это очень классно, что эти оттенки, этот оттенок, он действительно хорошо выглядит, то есть нет такого, что он слишком какой-то яркий или цвет вырви глаз. Такой, знаете, милый летний оттенок. И продолжим мы с оттенком, который называется Tearing Up My Heart, что в переводе означает что-то вроде «разрываешь мое сердце». Это игра слов тоже. Но не знаю, мне кажется, что на некоторых тонах кожи он может вообще никак не проявляться, просто потому что это такой очень лайтовый, светлый оттенок. Ребят, по-моему, он немножко золотом отдает, хотя я не вижу это в свотчах, то есть в свотчах он абсолютно не такой, в свотче он супер матовый, а нанося его на лицо, я вижу, что он какой-то такой, знаете, супер золотой, золотистый потон у него, странно. И следующий оттенок, который мы хотим попробовать, это как раз таки оттенок пыльной розы, который называется Whole 9 Yards, целых на 9 ярдов, очень красивый оттенок. И нанесем его той же кисточкой, скорее всего, потому что уже
Это не важно. Действительно, пыльная роза, и он гораздо, вы видите, он как бы гораздо более виден, сравнивая с прошлым оттенком, естественно, потому что оттенок пыльной розы, он гораздо более активен. Красиво смотрится, органично, в принципе. Дальше я хочу взять оттенок Stuck on You, красивый красно-винный цвет. Мы нанесем этот оттенок на нижнюю часть нашего глаза, чтобы глаза оказались там гораздо более вытянутыми. Кстати, я использую кисточку от Morphe под номером E36 или E36. Дальше, чтобы еще больше сделать наши глаза выделяющимися, я возьму карандаш от NYX. Это их новая коллекция, если я не ошибаюсь. Она только недавно появилась у нас в магазинах. И это очень стойкий карандаш для глаз. У меня он в оттенке Berry Gold. Нанесем его прямо вот сюда. Нашу вводную линию. Вау, очень красиво смотрится. Прям сразу глаза так выделяются. И что самое интересное, оттенок этого карандаша, он такой же, как тени, которые мы нанесли на середину века. Хочу нанести, на самом деле, вот этот красивый оттенок прямо в уголок глаза, чтобы добавить немножко более открытости глазу. Сейчас я сделаю реснички и вернусь к вам через секунду, и мы поговорим уже о блесках из их новой коллекции Garden Variety. Будет очень интересно, поэтому вернусь к вам через секунду. Ну что, ребят, я вернулась со своими ресничками, я нанесла вот такие реснички от Kiss, нанесла хайлайтер от Becky в оттенке Champagne Pop, очень хороший такой, знаете, базовый хайлайтер, который хорошо иметь в косметичке, просто потому что он идеально подходит под любой макияж. Первый оттенок, который мы попробуем, называется Blossom Out, коричневато-розовый, с небольшими блестками в нем, почти не видно его даже, то есть это, знаете, такой повседневный блеск. Здесь нет цвета, поэтому он подойдет, чтобы просто бросить его в сумку и намазывать губы в течение дня. Следующий оттенок называется Gen Zen. Некоторые из этих блесков, как я уже сказала, они шли вместе с румянами, поэтому их нужно якобы наносить с румянами, потому что это идет как комбо. По-моему, такой же запах, он ничем не отличается. Знаете, я не увидела, что у этого масла для губ какой-то есть другой оттенок, который отличается от предыдущего, опять же. У него, возможно, гораздо более такой розоватый финиш, чем у этого. Этого был персиковый. Я не знаю, для меня он выглядит обычным прозрачным маслом для губ, для дневного макияжа. Красиво, он не липкий, так же, как и предыдущий. И очень приятно ощущается на губах. Следующий оттенок, который называется Local Time. Как мне кажется, я надеюсь, что этот оттенок будет чуть потемнее, он будет как-то виден на губах хотя бы. Это абсолютно такой же оттенок. Я не вижу никакой разницы в этих оттенках. Может быть, какая-то маленькая-маленькая разница, но они все выглядят одинаково, как прозрачные блески масла. У меня последняя надежда остается на вот такой блеск-масло, который у нас в оттенке Regent Cheek. Я надеюсь, что он будет хотя бы иметь какой-то оттенок. Такой же запах. Я не вижу никакого различия колоссального в этих блесках. Да, мои губы, они чуть более, возможно, такие розовато-фиолетовые, но это не, знаете, такой глобальный типа тинт на губах, который делает какой-то значимый оттенок. Вот, допустим, если я буду использовать тинт от Anastasia Beverly Hills, да, я увижу такой хороший цвет. Это же, скорее, знаете, просто блески масла, чтобы поиграться. То есть здесь вроде как нарисован цвет, но в них нету цвета, потому что, я так понимаю, они не были задуманы цветными. Поэтому, да, я немножко расстроена, ну немножко совсем, просто потому что я хотела цвет. Естественно, я хочу сначала попробовать вот этот мист, потому что, ну, он так классно смотрится. Желтый, летний, по-летнему выглядящий. Так. Это прикольный спрей, но единственное, что когда он распыляет неоднородные части этого спрея, то есть у вас могут быть эти брызги воды неоднородно расположены на лицо, то есть вам может брызнуть этот спрей прямо в глаз, например. Но, как вы видите, он сделал действительно лицо красиво выглядящим. Я не уверена, в принципе, наверное, этот цвет как-то делает лицо другим, по-другому выглядящим, более золотистым, но я не вижу какой-то глобальной разницы. Может быть, нам еще раз нанести на лицо, напрыскать. Мы посмотрим через минуту, есть ли результат.
И на эту часть нанесем энергирующий мист. Energizing mist. Это чувствуется сторона гораздо более такой освеженной, что ли. Я прям это почувствовала, более охлаждает. Ну и давайте уже нанесем этот спрей на все лицо, самый первый. В принципе, смотрится прикольно. Чувствуется тоже прикольно. Ну что, ребят, вот так выглядит наш конечный лук с использованием коллекции Garden Variety от ColourPop. Если честно, мне очень-очень понравилась палетка от ColourPop. Она просто божественная, она очень классная. Вот прям серьезно, здесь есть те оттенки цветов, к которым у вас будет тянуться рука. Здесь очень классные бордовые, фиолетовые, розовые цвета. У меня есть много палеток от ColourPop, но это будет та палетка, к которой у меня, скорее всего, будут тянутся руки. Насчет румян, румяна мне также понравились. И как мне показалось, вот эти два темных оттенка, они, конечно, гораздо более видны на щечках. Лавандовый оттенок — это просто тот оттенок, который подойдет к моей футболке сегодня. Мне он очень понравился, он очень освежает лицо. Вот этот вот оттенок пыльной розы, который называется Whole Nine Yards, он тоже очень классный. Резкий, если вам нравятся натурально выглядящие губы, немножко увлажненные, то они для вас. Поэтому, да, я люблю ColourPop, я люблю недорогую косметику, которая при этом дает вам хороший пигмент, хорошо показывает себя на лице. Но я с вами не прощаюсь, ребят. Желаю вам прекрасного настроения, хорошего дня, хороших макияжных дней и классного продолжения недели. Ваша Юля, не прощаемся, всех целую, всем пока!